Калипсо, по словам работников, прокатит с ветерком. Разом могут сесть 24 человека. Детей от 6 до 8 лет пустят только со взрослыми. Вместо людей на местах 50-килограммовые мешки. Так проводят испытания. Запускаем карусель, все работает исправно. Остальные 15 аттракционов знакомы не понаслышке. Автодром для любителей скорости, сюрприз поможет почувствовать себя космонавтом. С 20-метрового колеса обозрения открывается открыточный вид на город. Проводилось техническое диагностирование аттракционов, затем проводилось техническое свидетельствование аттракционов инспекторами Госпромнадзора, после чего они получили допуск в работу. И завершающая стадия осталась покрасочные, окрасочные работы. Вдоль пешеходных дорожек разместятся ларьки с едой и напитками. Шашлыки, сладкая вата и мороженое. Бобруйчане с нетерпением ждут открытия сезона. Во-первых, он большой. Большие качельки достаточные, нормальные. Вопросов нет. В парке аттракционы, гуляющие дети, веселящие дети, как говорится, родители. Я жду открытия городского парка, мне там нравится проводить время. Заветную дату в администрации парка не называют. Пандемия внесла коррективы даже в сферу развлечений. Расписание сдвинулось. Например, столичные аттракционы примут первых посетителей лишь 9 мая. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.